море дун зеленый, золотая цепь на дубе стон. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Есть чудесное море луга, 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 море. Есть чудесное море луга, 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 море. А царевна молодая, тихомогом расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. С бабою Игой идет, придет сама собой. Мне нравятся рыбьи птички, я с ними не шучу, шучу. Слух я по привычке, солю, мариную, копчу. Солю, мариную, копчу. Кощей над златом чахнет, здесь русский дух, здесь русский пах. Кто на свете всех сильней, кто не знает страха, кто пошел знаменит, кого хочет победить, с одного размаха. Вот стихи читала в детстве мама о том, что самый лучший друг поэт не кажется с миллионом. Знакомимся с Александром Сергеевичем Пушкиным в детстве. Стихи, сказки, еще не умея читать, мы слушаем сказки, которые нам читают родители, воспитатели. И на всю жизнь нас зачаровывают слова Александра Сергеевича. Жил старик со своей старухой у самого синего моря, или же у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Мы взрослеем, становимся школьниками. И вот к нам уже приходят стихи Пушкина о дружбе, о совести, о чести, долге, о любви. Здравствуйте, уважаемые наши гости, участники 8-х городских пушкинских чтений «Пушкин, Россия». Я очень рада вас приветствовать на нашем празднике. Как всегда, у нас замечательные участники, все красиво одеты, все нарядные, все пришли с праздничным настроением. Месяц весь, мой рожок, озолоченный рожок, встаешь во снег лукошка, круглолицый, светло-огненный, я обычный. Звезды смотрят на тебя. Ай, молодец. Вот подойди сюда. Подойди за подарочком.
Смотри, вот такая нарядная девочка, читай. Смотри вот сюда, Маля. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь старый путь. Ты волнуешь синее море, чудовищно на простое, не боишься никого, кроме Бога одного. Ей растет перед ловцом, а под ней кустами дом. Белка там сидит ручная, та сотенница какая. Белка песенки поет, да орешки еще кричет. А орешки не пастые, все скорлупки золотые. Я-то чистый и смут, смуки белку стекут. Синее море глаз не сходит, взять поверчик очень хочет, лебедь белая плывет. Здравствуй, красивый, прекрасный, кто ты, как день и нас обещаешь, говорит она ему. Лука моря дуб зеленый, желтая цепь над битом, днем и ночью кот ученый, все ходит больше перед кругом. Идет направо, песень заводит, налево шкашку поет. Там чудеса, там леший бродит, кушавка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках шли невиданных живей. Избушка там, на куях ножках, штыгли жоган без друзей. Там леший дол, видений полных, там на жеребьих вылнут угомы. Ответ песчаный пустой, и 39 прекрасных, чьи дой животных ходят яшных, и с ними дать лишь. Там королевич милым ходом принять грозного чая. Там в облаках перед народом чьи лиша, чьи ж моя, колдун несет богатыря. Вот я пил, у моего видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне шкашки говорил. Молодец, Глеб, извини, что тебя немножко прерывало. Молодец, проходи, садись. Здравствуйте, дорогие ребятки! Позвольте представиться, я кот, да не простой, а ученый. Живу я в сказочной стране Лукоморье, на зеленом дубе. И сейчас я хочу вам... Котская Таня прочитает вам это стихотворение, которое написал Александр Сергеевич Пушкин. Котская Таня, где Танюша? Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый ходит по цепи кругом. Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невидимых зверей. Там избушка на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лесный долг, видение полно. Там козыре прихлынут волны. Там гриб бесчанный и пустой, и 30 видений прекрасных. Чередой из вод выходит ясно, а с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом виняет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Тьменицы там царевна тужит, а бурые волки верно служат. Там ступа с бабой-ягой идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. Умер
Море видел дуб зеленый, а под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Ребятки, а хотелось бы вам побывать в такой волшебной стране? Да! Тогда давайте отправимся с вами в путешествие по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. А что нужно для этого взять с собой? Конечно же, карту. Вот у меня моя волшебная карта. Нам тут нет. Это не настоящая карта. Аня, настоящая. Вот эта карта? Эта карта не простая, а загадочная. Чтобы понять, куда нам нужно идти, надо отгадать загадки. Вот послушайте отрывок из произведения и вспомните, из какой он сказки. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Правильно, ребятки, золотая рыбка. Нет, рыба и рыбка. Да, и рыба. Сказка о рыбаке и рыбке. Правильно, ребята, нам нужно отправиться в эту сказку. Я знаю. А сейчас нам эту сказку покажет и расскажет воспитанники детского сада Звездочка. Приглашаем их. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Жили они в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной, он в другой раз закинул невод. Пришел невод с травой морскою, в третий раз закинул невод. Пришел невод с одной рыбкой, непростою, золотою. Как взмолится золотая рыбка голосом человечьим. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года. И не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово. Бог тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе, синее море, гуляй тебе на просторе. Породился старик ко старухе. Рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал было рыбку, золотую, непростую. По-нашему гравила рыбка. Домой себе синее море синее просилось. Старика старуха забронила. Дорогой ценою откупалась, чем только пожираю. Не посмел я от нее выкуп. Так пустило синее море. Старика старуха забронила. Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки. Он бы взял с нее корыто. Наша совсем раскололась. Роль старика у нас играл Тумусов Тыгын. Роль старухи играла Ярия Ахметова Наташа. Роль автора играла Махчигарова Сонечка. И роль рыбки играла Махчигарова Вероничка. Спасибо вам, ребятки, за ваше представление. А пора нам дальше отправляться в наше путешествие. А для этого необходимо отгадать следующую загадку. С какой сказки эти строки? Белка песенки поет, да орешки все грызет,
А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумруд, луки белку стерегут. Правильно, ребятки! Мы с вами отправляемся в сказку о царе Салтане. И эту сказку вам покажут и расскажут воспитанники детского сада Журавушка. Поздно вечерком. Как бы я была царица, говорит она девица, то на весь хрещённый мир приготовила я пир. Как бы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, третья могла девица, я для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь. Стороны той государь, во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последняя посему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица! Будь царицей! И роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас качиха, а другая повариха. А в сени вышел царь отец, все пустились во дворец. Спасибо вам, ребятки, за ваше выступление. А сейчас нам пора отправляться на Итуч. Ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе. Не боишься никого, кроме Бога одного. А лет кажешь мне в ответе, не видал ли где на свете, ты царяемся в сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Кто мертвая царевна? Она погибла, что ли? Ой, а у нас сегодня гости. Здравствуйте, ребята. Вы, наверное, сказки любите читать? У нас к нам сегодня в гости пожаловали. Любите читать? Да! Молодцы. В какой сказке Александра Сергеевича Пушкина есть волшебное говорящее зеркальце? Молодцы, ребята. А теперь давайте поиграем с вами в очень интересную игру под названием «Зеркало». У меня есть волшебный предмет, который хранится из сказки Александра Сергеевича Пушкина. Хотите, покажу? А вы знаете, что это за предмет? Нет, не знаете? Знаете? Вот волшебное зеркальце, да? Волшебное зеркальце, да. А теперь давайте с вами поиграем в очень интересную игру под названием «Зеркало». Сейчас вы все превратитесь в зеркала. Вставайте, ребята. Что зеркала делают у нас? Да. А, ребят? Что зеркала делают? Отражаете все, что видите, да? Молодцы. А теперь давайте повторим за мной каждое движение. Повторяем. Дальше. Сейчас у нас снова выступят участники наших чтений.
Так, приглашается Курганова Аня. Так, это у нас детский сад «Звездочка», да? Пожалуйста, угу, выходи. Молодец. О, какая красавица. Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из сказки о золотом петушке. Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиду смело. Но подстать захотел, отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут бывало с юга глядь, он с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, этот отмира со злости. Инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон. Что и жизнь в такой тревоге, вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном, вот мудрец перед Дадоном. Встал и вынул из мешка золотого петушка. Посади ты эту птицу, молвил он царю, на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной. Миг тогда мой петушок приподнимет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется. Царь скопца благодарит, гору золота сулит. За такое одолжение, говорит он, восхищение, волю первую твою я исполню как свою. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Лишь опасность где видна, верный сторож, как сосна. Закричит и стрепенется, и в то место обернется, и кричит Кирилл ку-ку, царство лежа на боку. Тут соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Но однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. Царь ты наш, отец народа, возглашает воевода. Государь, проснись, беда! Что такое, господа? Говорит Дадон, зевая. А кто там, беда какая? Воевода говорит, петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице. Царь к окошку, Анна спицы, едет, бьет, и петушок, обратившись на восток. Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонится, шум утихит. Царь завыл, ох, дети, горе мне, попали в сети, оба наши сокола, горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном, глубь долин и сердце гор. Потряслося вдруг шатер, распахнулся, и девица шамаханская царица, засияя, как заря, тихо встретила царя, как пред солнцем птица ночи. Царь умолк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там его за стол сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на большую кровать. И потом неделю ровно, покоряйся безусловно, околдован, восхищен, пировал при ней Дадон. Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной, и с девицей молодой царь отправил. Кирилл, детский сад «Журавушка». Подруга дней моих шиловых, голубка дряхлая моя, одна гуши и сов сосновов, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном шесть и тысяч, горюешь будто на часах.
И метод помянуть на спице твоих намоченных руках. Видишь забытые ворота, на черный отдаленный путь, тоска причувствия, заботы. Тишина твою сейчас на год, почудится тебе. Спасибо большое, да? Стихотворение замечательное прочитал нам Кирилл. А сейчас я приглашаю Саранчину Ксению, школа номер 2, ученица 4 класса. Пожалуйста. Буря мглою небо кроет, вихри снежные грудя. То, как зверь она забоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буря завыванием, ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как синица за водой поутру, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные грудя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спасибо. Вы заметили, да, что у нас сказки закончились и уже начались стихи, да, более взрослые у нас участники. Так, пожалуйста, Шемитова Юля, школа номер 2, 4. Золотая цепь над убитом, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, пись заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дом видений полный, там о заре прихлынут волны. На брег песчаный и пустой, и 30 видений прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом, пленяя грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а буреволке верно служит. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух и Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, в море видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый. Своим я сказки говорил, одну я помню сказку эту, поветую теперь я свету. Спасибо большое, так, Таня, да? Я еще хочу, вы заметили, дорогие гости, какие у нас наряды у наших участников, да, один краше другого. Александрова Катя, школа номер 4. Есть у нас Катя? Ага, проходи. Пожалуйста. Александр Сергеевич Пушкин, «Зимняя дорога». Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны бьет печальный свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышит родное в долгих песнях ямщика, то разгуле удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глуши снег. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Александр Сергеевич Пушкин, «К морю». Прощай, свободная стихия, последний раз передо мною ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по брегам твоим бродил я тихий и туманный, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз, и тишину, вечерний час, и своим равным порывом.
Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно средь зебей, но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Спасибо большое, спасибо. Получи свой сертификат, маленький подарочек. Александр Сергеевич Пушкин. Поле чистом серебрится, поле чистом серебрится, снег волнистый и рябой, светит месяц, только мчится по дороге столбовой. Бой, часы дорожной скуки, на дороге, в тьме ночной, сладкие мне родные звуки, звонко песни удалой. Бой, ямщик, я молча, жадно, буду слушать голос твой. Месяц ясно светит хладно, грусть или бедная даль не мой. Бой, лучинушка, лучина, что же не светло горишь? Спасибо большое, спасибо. А Диана, так, поближе нас нашли. Александр Сергеевич Пушкин, туча. Последняя туча рассеянной бури, одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день, ты небо недавно кругом обрегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась. Так, а теперь... Немножечко мы с вами еще чуть-чуть отдохнем. Вот такая у меня есть запутанная загадка-кричалка. В ступе я летаю и детишек похищаю. В избе на куриных ногах проживаю. Красавица длиннокудрая, а зовут меня как? Василиса Премудрая напрашивается в рифму, но Баба-Яга, правильно. Здравствуйте, дорогие гости! Я заколдовала некоторых героев сказок. И сейчас, если вы мне поможете, будьте внимательны, поскольку в рифму напрашиваются неправильные ответы. В дремучем лесу на болоте вы ее непременно найдете. Не рыбка она, не лягушка, а моя дорогая подружка. Стройная фигурка, а зовут ее... Кикимора! Молодец! Еще один. Есть еще в лесу один очень важный господин. Он весь шишками оброс, на лице лишь видит нос. Может быть, пуглив, как зайка? А зовут его? Леший. Ай, молодцы какие! Сердце моего герой, он костями громыхает и в округе всех пугает. Что же это, старичок? Кощей. Ну, конечно! Кощей бесследный! Молодцы! Все узнает, подглядит, всем мешает и вредит. Есть лишь крыса дорога, а зовут ее? Яга. Шапокляк. И красива, и мила, только очень уж мала. Стройная фигурочка, а зовут? Елочка. Молодцы! Скажем ей спасибо, да? Спасибо, Баба-Яга, тебе большое. Где у нас начали выступать, это хорошо. Александр Сергеевич Пушкин, Мадонна. И множеством картин старинных мастеров украсть я всегда желал свой обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. Простому глумою среди медленных трудов одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель. А нас величием Он с разумом в очах взирали, кроткие, во славу и лучах, одни без ангелов под пальмой Сиона. Исполнились мои желания, Творец мне не спасал тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести и чистейший образец. Спасибо. Да, у нас участники, кому посвятил Александр Сергеевич это замечательное стихотворение, да? Пушкин, 12 октября, хранят лес багряной свободы. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, неразделим и вечен, неколебен, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз, куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, а отечество нам царское сего. Из края в край преследуем горой, запутанный в сетях судьбы суровой, я с трепетом на лоно дружбы новой, устав, приник ласкающей главой. С мольбой моей печальной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет, друзьям иным душой предался нежный, но горек был не сладкий их, не братский их привет. И ныне здесь, забытый сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкая готовилась отрада. О, Дельвиг мой, твой голос пробудил сердечный жар, так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа заветной лире мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пит. Слух обо мне пойдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий мне язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг себе калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий бег восславил я свободу и милость к павшим призывал. Велению Божию, о, муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Спасибо большое, Маргарита, спасибо. Получи свой, пожалуйста, сертификат. У нас в этом году записались выступить, что очень приятно, студенты первого курса нашего техникума. Так, пожалуйста, Кутаев Галимжан, приглашаем тебя. Очень-очень хорошо, когда у нас читают молодые, прекрасные, взрослые люди. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он, главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, ветвление убежит. И счастлив буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий мне язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждая, что свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божью, о муза, будь послушна, обиду не страшась, приемли равнодушно, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Спасибо большое, спасибо. Так, и... Ребят, пожалуйста, взгляните на наш сказочный дуб. Что на нем растет?
Да, но желуди-то не простые, а с секретом. Кто желает подойти сорвать? Один. Посмотреть, что там. Давайте, подходите, все, все. Взрослые тоже могут. Давайте, подходим. Открываем, срываем, смотрим. Да-да-да. Что там у них за ребят? Вопросики? Мне задание. Среди названий лирических стихотворений одно не принадлежит Пушкину. Такое: зимнее, чародейку и зимой, зимний вечер, чародейку и зимой. Не при... Сколько богатырей жили в доме, которого нашла в лесу царевна? Семь богатырей, правильно, верно. Заработала монетку от Кощея. То есть пушкинский герой был похищен в день свадьбы. О, ты знаешь? Герой был похищен в день свадьбы. Поможете ему ответить? Помогайте! Погромче. Кто из пушкинских героев был похищен в день свадьбы? Правильно! Людмила. Заработал монетку. Помогли. Еще Любовь Николаевна, она мне уже прочитала и подсказала. Ну, это ее. Каким силам природы обращается за помощью королевич Елисей в поисках? Солнцу? Луне? Ветру? Месяц, да, заработали монетки, однако без монет Кощея оставить. И ну желает, кто еще? Вот. Подруга дней моих суровых, кому посвящена эта строчка, няне? Ну конечно же няне. Кто еще у нас? О, у нас еще маленький участник, да? Угу. Как звали жениха царевны? Как звали? Помогайте на высу. Елисей. Иди возьми монетку. Кощей тебе монетку дает. Возьми-ка. Ну, у нас еще там желуди остались. Кто желает сорвать? Ну, подходите, взрослые. Сроки. И очень приятно, что и взрослые участники наших чтений всегда у нас присутствуют. Поздравляю с праздничком. Днем рождения Пушкина. Пушкин Татьяна Лавина. Итак, она звалась Татьяной, ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла она очи дико, печально, молчаливо, как лань лесная боязлива. Она семьей своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей, дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней в течение сельского досуга мечтами украшала ей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Про вести города, про моды беседы с ней не вела. И были детские проказы, ей чужды, страшные рассказы. Зимой в темноте ночей пленяли больше сердца ей. А ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы,
и Ричардсона, и Руссо. Сертификат. Вот ваш сертификат. Так, уважаемые гости, сейчас я приглашу выйти сюда всех наших участников героев. Кощей убежал, зовите его. Выйдите, пожалуйста. Я хочу представить тем, кто остался, кто подготовил наш сегодняшний праздник. Центру культуры и досуга «Гармония» за предоставление нам аппаратуры. Большое спасибо всем сотрудникам районной библиотеки, детской библиотеки. И сейчас я вам представлю наших героев. Да? Для вас сегодня организовали, провели, возрадовали участники нашего сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста, Кощей Бессмертный, Дорогонов Виктор, учащийся первой школы, 9 класс. Топаем! Спасибо ему большое. Папа Ига, Петросян, Любовь, Витальевна, наша замечательная Папа Ига, Царевна, Марина Владимировна Курканова, тоже сотрудник районной библиотеки. Кот ученый сегодня вам понравился, надеюсь. Кот ученый Сафонова Людмила Александровна, сотрудник отдела обслуживания районной библиотеки. Кстати, сценарий этот она составила. Так, голос за кадром у нас Тюменцева Елена Витальевна. Музыкальный подборка и голос за кадром. И я ведущая Тюменцева Наталья Витальевна. С праздником! Спасибо вам большое! Спасибо!